Сотни алых тюльпанов украшают центральную клумбу возле площади у городской мэрии. Посажены они были еще осенью, и вот сегодня радуют глаз сочинцев и гостей курорта. Пройти мимо такого цветочного ковра и не сделать снимок просто невозможно. Все, что мы сейчас наблюдаем, это посадки осени 2016 года. То есть хочу подчеркнуть, что несмотря на такую агрессивную зиму, вот эти все цветы наши, виолы, примулы, брасика, ну, тюльпаны, я уже про них сказала, они вот сейчас набрали свою силу и спокойно пережили зиму, снега, вот этот стресс. Всего в Сочи в эти дни зацвели более 150 тысяч тюльпанов. Разноцветные бутоны раскрылись во всех частях курорта, в знаковых местах и прогулочных зонах. После того, как эти тюльпаны сойдут, их сменят позднецветущие сорта. Так что радовать глаз эти луковичные растения будут еще долго. Тем более, что озеленители тщательно следят за клумбами, подрезают, подкармливают цветы, рыхлят землю. Свой вклад в зеленый наряд курорта вносят и предприниматели. Так, возле Южного мола появилась новая клумба. Теперь вот эту территорию украшают 12 кедров. Как говорят местные бизнесмены, которые и занимаются благоустройством этого места, эти сосновые деревья символизируют то, что Сочи гостеприимен круглый год. В преддверии подготовки к Сочи яхт-шоу 2017, а это большая выставка катеров и яхт, мы ведем подготовку и работы по благоустройству. Поэтому территория города станет еще краше. И также рекомендуем всем в это замечательные солнечные дни заняться благоустройством нашего любимого города. Дополнительно здесь планируют высадить еще около 100 растений. Это оливы, агавы и пальмы. Кроме того, рабочие уже приступили к обустройству так называемой альпийской горки. Это такая ландшафтная композиция из растений, кустарников и камней, имитирующая горный пейзаж. Здесь же установят лавочки. Все это будет привлекать на набережную еще больше сочинцев и гостей города. Ну а уже в конце апреля в городе начнут менять цветочный ассортимент на весенне-летнюю коллекцию. Клумбы украсят бегонии, сильвии, бальзамин. Уже другие виды будут цветочных растений. Где-то мы будем многолетние высаживать, каркасы из жимолости делать такие, чтобы у нас были основные элементы красивые в любое время года. Даже если цветам не очень хорошо чувствуется, вот эти вот каркасы из кустарников мелких, декоративных, стриженных, они будут выглядеть как дивные портеры. Всего к старту курортного сезона в Сочи будет высажено порядка 500 000 цветов. Инга Габеша, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, Демид Даниловский, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.